Спортивная выставка «Ярмарка «Будь в форме» продолжает свою работу. С раннего утра в зале Дворца спорта «50 лет Победы» в Якутске проходят зарядки, всевозможные мастер-классы и показы спортинвентаря. В числе посетителей выставки оказался наш корреспондент Юрий Осипов. Это стена Коркина. Она создана легендарным тренером по вольной борьбе. Стена призвана развивать координацию и выносливость у борцов. Здесь любой желающий может попробовать свои силы и испытать на себе знаменитый тренажер. Но попробовать на себе представленный здесь спортивный инвентарь – это лишь один из вариантов времяпрепровождения. Несмотря на то, что выставка проходит только один день, у нее обширная программа. Нынче основной упор сделали на мастер-классы, то есть тут непрерывно идут мастер-классы от 10 утра до 8 вечера. Разные направления, разные инструкторы, специалисты выходят прямо на сцене и показывают свои умения. Одним из мастеров, показывающих свое умение, стал самый знаменитый тренер по кроссфиту России Евгений Экштайн. Большое количество народу, действительно большое. И так как ребята работают с такой самоотдачей, энергия прям передается, что здесь этот вид спорта приживется и будет очень полезен для всех. Помимо мастер-классов, здесь можно пострелять из винтовки, потягать железо и даже почувствовать себя настоящим альпинистом. Собственно, вот так выглядит альпинистский минимум. Имея на вооружении вот такое нехитрое снаряжение, вы можете отправляться покорять любую вершину. Кто-то приходит сюда развлечься, другие посмотреть на представленный здесь товар, а кто-то за полезной информацией. Каждый находит здесь что-то для себя. Меня интересовался вот ГТО, готов к труду и обороне. Очень полезное. Они сказали, что в будущем, в следующем году будут сдача тестов. До конца дня все желающие могут подойти и стать частью большого спортивного праздника. Юрий Осипов, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.